на центральной линии. Заходит Год под Солар Крестом. Армора очень много. Шекл не связывает никого. В итоге Fortification дает некоторое время пожить Тавару. Слардар врывается. Стан по двоим. Дум на Дроу Рейнджер, у которой есть сыр. Дроу Рейнджер должны забирать. Ну или Дан на развороте. Да, минус дровка. Есть байбек. Бейн еле живой. Год под БКБ продолжает сыром танковать. С Аегисом танковать. Дроу Рейнджер его не пробивает. Забирает Квапу. Забирает Слардар. Остается один против С4. Но это Аегис. На помощь фамиляры. На помощь пауки Бруды. И сама Бруда, которая спушила мид. Лода не может блинкануться. Форстав через секунду. Минус Лода. Рэмпэдж от Года! И дальше врывается Фобос, который зонит С4, не дает ему ничего сделать, но я думаю, что это good game.